Привет, мои дорогие, с вами опять Неля. Лайкаем, подписываемся, оставляем комментарии. Я после работы, у нас такой сегодня тепленький денек. Я хочу поехать сейчас что-то покушать в торговом центре. Наверное, что-то азиатское возьму себе. Голодная такая. Меня домой не пускают. Сын привел мальчика. Он должен нам там кое-что посмотреть в квартире. По хозяйству. Я вам сейчас расскажу, что у меня приключилось с хозяйством, мои дорогие. Сейчас отъедем. Так. Оп. Ну, елки-палки. Все, сережка упала новая. Один хочет припарковаться, а второй хочет уехать. Так. Значит, все ищут парковку. У меня было здесь такое хорошее место, но придется уехать. Мне надо еще вот это съездить в торговый центр. И еще мне надо кофе купить домой обязательно. Я сегодня утром без кофе, на чаечке. Бежала на работу, чтобы только там кофе попить. Мои дорогие, у нас здесь, как всегда, покажу, стоят все. Высадили пассажира, остальные все должны ждать, как всегда. А он сначала высадил женщину, а теперь еще хочет припарковаться. А второй хочет выехать. А мы стоим. Вот такое у нас вечернее время сейчас. Это. Ответственно. Он не поместится туда. Этот белый. У него мало места, видно невооруженным глазом. Но он пытается все равно. Сзади меня уже выстроилась очередь. Там этот мотор отстоит. Сейчас один выезжает. Ну что, ни туда, ни сюда, блядь. Светит прямо в глаз. Да. Солнце светит прямо в глаз. А, короче, у меня это. Присылали мне письма наша энергетическая компания, которая газ нам поставляет, отопление. Прислала мне письма, чтобы назначить им запись. Ну, то есть они нам назначили какой-то день, чтобы в этом газовом герете прибор такой
здоровый такой висит. Поменять там такие вот газовые горелки, я так поняла, на Эрдгаз. А я эти письма не читала. Вот так вот прихожу с работы и термин пропустила. Думаю, что они мне хотят, что рекламы какие-то посылают. И я эти письма поздно открыла, и эту запись я проворонила по своей невнимательности. Ну и смотрю, уже прошел этот день, когда я это обнаружила. И там потом они мне кинули еще карточку, уже открытую, без конверта, для таких вот, как я, ленивых, кто не любит открывать конверты. Они уже прислали открытку. Вот вам телефонный номер, назначите новую запись, когда к вам прийти. А они приходят всегда в рабочее время, когда люди на работе. У них так с 8 до 5, там, или даже до 4. Сейчас приехали к торговому центру. Найдари. Радио выключим. Это выключим, это выключим. Так, на себя. Ну и, короче, я звоню им, значит, и назначила день. Вернее, они мне сами назначили. Там, ну, еще через неделю надо было подождать. Потом я целый день мыла кухню, где этот стоит прибор. Все там вымывала, этот прибор открыла, все там повытирала, всю пыль. Готовила, ждала мастера. И мастер... Аж вечером он мне назначил. С 4 до 6 вечера. А я в тот день как раз я была на больничном и ходила к врачу, искала таблетки, там мази всякие, процедуры делала. И пришла, потом убирала, значит, эту кухню. Мне постоянно кто-то звонил. И в двери, по телефону, а я не брала трубку. У меня температура, я такая не в состоянии. Ну и пришел этот мастер еще заранее. Я еще так думала, что он, наверное, раньше придет. Минут за 10 пришел раньше. Ну и начал там вынимать такой таблет. И фотографирует там все это. И говорит... Компьютер показывает, у вас здесь нет воды, надо воду наполнить. А обычно, если там какое-то сообщение, я же тоже могу прочитать. И на экранчике высвечивается и пишется там, нет воды. А тут мне ничего не высвечивалось. Или он был на меня злой такой, что он уже второй раз ко мне приходит. Не может как закончить с этим домом нашим. Не знаю. И он мне вот это сказал и говорит, не включай отопление, пока воду не заполнишь. А я говорю, так заполните мне эту воду. Он говорит, надо специальный такой шлаух, как это, кабель или... До меня сейчас не доходит. Как на русский переводится? Шлаух по-немецки. Короче, как наполнять воду, вот это, шланг, резиновый шланг, надо определенного диаметра. Я говорю, так у вас же должен быть, вы же по этому профилю. Я говорю, или скажите мне диаметр этого шлауха этого. Ой, я забываю это слово все время. И он посмотрел там от стиралки моей, от посудомоечной машины, и ничего не нашел такого подходящего. Говорит,
Нельзя само это делать. Надо вызвать мастера. Вы должны вызвать инсталлятора. А мне целое дело, когда квартира не твоя, когда ты квартиру арендуешь, вот эти все работники, эти фирмы, когда ты им звонишь, они говорят, ты хозяйка квартиры. Только хозяйка квартиры или хозяин, или компания, кому принадлежит, те имеют право вызывать вот это вот, ну, техника, сантехника. А ты как арендатор не имеешь права. А у меня такой хозяин квартиры, что у меня с ним всегда проблемы. Он мне даже бумажку не подписывает. Я ему как-то занесла бумажку. И уже месяца два он мне ее не отдает с ответом, со своей подписью. Так что говорит за это? Я попросила сына, у него знакомый есть мальчик, он делает тоже узбилдинг. Вот это обучение на такого вот, типа сантехника, техника, не знаю. Я говорю, пусть придет, посмотрит. И сейчас вот этот мальчик, у него там тоже семинары, обучение. Все время он занят. Я его уже 3 дня как ждала. И мой сын сейчас его пригласил. Чтобы тот посмотрел. Я оставила все эти бумажки. Так что вы думаете, прошло 2 дня. Вот сегодня вторник только. А он был в пятницу. Уже приходит письмо, уже чуть ли не со штрафом. Вы должны эти ошибки убрать. Если вы не уберете, вот вам фриз там какой-то дается. Если вы их не уберете, вы получите штраф. Я думаю, нифига себе, я еще не успела, как говорится, этого. Во-первых, были выходные. Выходные нельзя даже трогать хозяина квартиры. Мне все сказали, ну, немцы, кого я спрашивала, они говорят, жди, пока пройдут выходные, и с понедельника в рабочее время уже ты можешь там хозяина квартиры брать или там фирму или что-то там такое. Я ждала эти выходные, чтобы прошли, и мне уже сын говорит, ну сейчас придет этот товарищ, только я сейчас с ним договариваюсь, когда он сможет, он там 2 дня не может, и сейчас он приходит, и сын мне говорит, так иди уже куда-то, не мешай нам. Я ему оставила эти все письма, записки. И думаю, какая наглость. Во-первых, мне коллега сказал, говорит, если ты на этом приборе, тебе же не показалось, что нет воды. У тебя нормально было отопление. Он тебя мог просто надурить и сказать, что нет воды, что просто вот так вот ты побегала. Потому что бы у меня бы тоже эту ошибку показала. Мне оно ничего не показывало. Не знаю. Но я людям доверяю. Я такая доверчивая. Доверяй, но проверяй. Сейчас посмотрим, что скажет этот мальчик, мои дорогие. А мне вот это вот... Я пришла с работы, не могла даже покушать. Голодная сейчас после работы. И побегу сейчас что-то покушаю. И надо кофе потом купить. Расскажу, как все прошло. Лайкаем, подписываемся, оставляем комментарии. Такую я взяла себе тарелочку с рисом. Сейчас попробуем. Такое вот. Сейчас мы с таких продуктов приготовим курицу в ореховом соусе с кокосовым молоком. Вот у нас баночка молока кокосового. Такой вот соус от Маги. Эрднус, это ореховый. Паприка, цукини или кабачки и курица. Мы сейчас будем с вами готовить. Вот такое получилось у меня блюдо, как из Азии, с кокосовым молоком, с ореховым соусом. Deeper than here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun?
Should I work against the flow?